We'll
Блять, да я уже минут 10 сижу на общем. Да что-то мне хуёво, пиздец, я случайно, блин, бокс нарушил. Зато вчера пролежал весь день. Так вот, привет, ребята, очень сильно рад вас видеть, такой веселый игровой стрим. Давайте, не знаю просто, насколько меня хватит, мне что-то хуёво, просто пиздец. Привет, Пуэхан, это не то, что хуёво, но как-то так, такое ощущение, что я очень бодро. Ну вот, я просто не пил месяц, и вот выпил немножко. Чуть-чуть, казалось тогда. Казалось, что больше, вот, поэтому запустил мое любимое, как это, сенсорическое колесо похмелий. Ну, типа, там, тебе первый день плохо, потом вот второй день, сегодня второй день будет плохо весь день, и завтра еще тоже будет хуево. Ну, уже так пост хуево, типа, как бы, бывает так. Ты просто не знаешь, старые люди есть, которые... у которых такие похмелья, господи, спасибо тебе за то, что у меня похмелье, блин, иначе бы я бы пил, наверное, много. Это какой-то реально, короче, стоппер такой, знаете, реально как стоппер для пробки, чтобы она не ушла. О, спасибо большое. Так, братцы, сегодня очень много, вообще сегодня другая должна была быть игруха, сейчас вам расскажу, что по планам у нас. Вы же любите планы, типа, это планы такие, стрим-планы игровые. В общем, в субботу будет Мастер Игорей Хитман, игра Хитман 2. Это, ну, это новый Хитман 2, я тоже думал, что это старый Silent Assassin, но будет новый. Поэтому на этой неделе будет один стрим по Хитман 2. Ну, новый Hitman 2. Сегодня он должен был быть, но там 120 гигов весит игра, поэтому удобно запаковывают. Наверное, там очень красивая графика. А в воскресенье будет Мастер Игорь и парный, там будут, будем позориться вместе с Владом. То есть я буду позориться. Вот Владу Савельеву, а я буду стоппером Влада, нам все ясно, да? Лысый — это круто, но я бы так не сказал, наверное. Не 8 часов, старые люди здесь. Чувак, якуды поэтому и сливаются, что нет похмелья, это буквально стоппер. Ну, в смысле, реально, блин, да это... есть какой-то институт водки, который все это доказывает? Но я не очень верю во все это. Ну, я знаю, что такое есть. Ну, типа там у коренных американцев тоже я читал, что их спаивают. Как-то... ну, какой-то гиген, да, за что-то отвечает, типа научное. В игре ты будешь палки в колеса вставлять. Блин, я забыл, когда называется Бреттон Фред, это какая-то парная игра, какой-то инди, типа, и там нужно все вдвоем делать. Так, короче, постараюсь сегодня не очень... не очень токсить, потому что стримы такие, конечно, наподумать получались последние два. Но игры не очень удачные, может, просто были подобраны. И привет, ребята, очень сильно рад вас видеть. Валюр Визин, сегодня пятый подруб, посмотрим. Я посмотрел, осталось пол игры, типа, ну, может быть, сейчас как-то я разыграюсь, я уже контроль помню. Просто можно, типа, ее сразу же было дропнуть. Можно было до середины дропнуть. А можно ее допройти, и как-то, может быть, что-то изменится в конце. Там покажут пару синематиков, и стали чуть получше. Но игруха меня реально надломила немного. Спиной водка. Ты хоть хуйню говорить, блин. Никто такого не делал, это все домыслы. Я лысый, это круто, блин, но я не знаю, как сказать. Я уже не представляю себя не лысым, но я не против этой прически. Но меня расстраивает немножко, что... но она навсегда такой останется, скорее всего, потому что... в принципе, надо, наверное, удалять волосы с головы и не думать об этом. Но я их не удаляю, типа, там всякими есть же средства, типа, просто думаю, а вдруг однажды ты, типа, становишься богатым, и ты можешь их вернуть. Типа, тебе какие-то понадобятся двойственные фолликулы, да, чтобы ими пользоваться. Ты с Владом команды, потому что он слишком много выигрывал. Я с Владом в команде, потому что там или так нельзя говорить. Но там один слабый, а второй сильный. Ну, типа, сильный. Ну, а я, типа, самый слабый из всех, поэтому... ну, типа, ему как дали... меня в нагрузку. Я играл в Бред, и Бред-то сложно, вам пизда. Ну, давайте без спойлеров. Давайте без спойлеров. Так, чуваки, блин, спасибо, что пришли. Блин, раз пришли, придется что-то делать. Да или посидим просто. Руслан Белый перестадил, он уехал. Блядь, там пиздец, нельзя про это в середине стрима. Там новость про самолет, блин. Я там в комментах почитал, все ликуют. Сейчас, короче, это самое будут... все, да, казнят Би-2, пиздец. Там самолеты их куда-то отвозят. Все, что делать. Блин, жалко. Но я надеюсь, что все хорошо кончится. Но Руслан Белый, он молодец, я этого не знал. Но у него... теперь мне его шутки больше нравятся. Вот эти вот, помните? Ну, типа там... игры на вынос, смех, смех без правил, как там был. Давай дропнем и в голые костяшки, они же улетят. Блин, с улицы ярости не знаю, но они тоже будут, ну, видимо, на следующей неделе. Просто сейчас уже будет Хитман, видимо, еще что-то, а потом будут реквесты. Но реквесты, я посмотрел, их мало, они неплохие, поэтому это не будет душно, скорее всего. Ну, Шурки, так себя, так молодец. Так, здорово, Майд Вортекс. Так, братцы, короче, поехали, сразу же разговариваемся, стартуем, посмотрим. На пару часиков, я думаю, меня хватит. Если следовать, что если нет похмелья, шанс спиться намного выше. Это такое исследование, такое и я бы провел. Давайте платите мне, блин. Да-да, это очень похоже на правду. Но похмелье является, да, стоппером. У нас же есть как-то похмелье, абстинентный синдром, и ты потом, ну ты как бы...
Так и в штопор уходишь. Так похмелье, конечно, тормозят, но если ты ведешь какой-нибудь, типа, такой образ жизни... Да и все равно, мне кажется, даже если ведешь какой-то асоциальный образ жизни, ну, типа, похмелье так себе состояние, ну, типа, не очень весело. Стримстрик 20, почему-то не показывает сообщение. Блин, спасибо, чуваки, что приходите. Так, давайте разговариваемся, да, давай дропнем. Не, давайте уже проходить, раз начали. Я понимаю, что игруха никому не интересна, она и мне не особо интересна, но что-то как раз и начали... Раз мы все это начали, то нам это и заканчивать, или нет, или дропнуть. Ну ладно, сегодня будет точно понятно, типа, по этому стриму, потому что я в таком состоянии немножко не очень бодрым, и если там будет уж совсем душно, то можно и дропнуть. Бля, ну игруха, она неплохая на самом деле. Я не знаю, что я так доебался, но... С песками времени, вот если бы, ну уже, блядь, все, уже 20 раз это было сказано, не было бы песков времени, игруха была бы лучше, конечно. Если есть пески времени, я думаю, что она конкуренции не выдерживает никакой, но это только мое сугубо личное мнение. Так, ну поехали, а Suicide Squad мне не дали ключ. Как нахуй я буду играть, если там русского нет? Ну типа, я не против того, чтобы убрали русский, но я не могу играть, блин, что мне делать? Надо ждать, когда GPT-чата переведется. Ну ладно, просто не хочется вскрывать количество Яндекс Пандоры, что, блядь? Ну мне тяжело. Живой сегодня, там пиздец, все, там такие, как это, у вас был когда-нибудь, короче, метеоризм, когда вы реально отравлялись чем-то, какой-то хуйней, у вас в животе все это бродило, типа вот это вот, вы пьете активированный уголь, все бродит, непонятно что с животом, колики, у меня вот такой же в голове сейчас, типа все не в том порядке разложено, все нейронные связи запутаны, поэтому я вообще даже примерно не понимаю, что говорить. Короче, Яндекс Пандоры, новая темка, это сервис по доставке сюрприз-боксов, типа как есть там такая хуйня, типа скам всякий, вот это ящик с сюрпризом, нихуя тебе достался мертвый скрепыш, мертвый скорпион, сушеная какашка и авторучка. А кому-то достанется, например, Steam-ключ, брелок и книга. И стоит это одинаково. Все, продаю идею Яндекс Пандора. Яндекс Пандоры. Игруха была бы лучше, если бы тебе четче. Игруха была бы лучше, если бы у нее был маркер над головой. Да не, она и по дизайну специально она растянута, потому что игруха короткая. Но там осталось пару уже локаций, наверное. Ну это унижение такие, да. Так, братцы, короче, в Suicide Squad охота поиграть, но я не буду играть. Но мне понравилось, как чуваки сидят, ждут, когда сервера поднимут. Ну что-то такой старт не очень хороший. Но меня немножко расстроило, хотя вы мою позицию знаете. По поводу меня расстроило, что въебали русский язык, нах тогда играть, блин. Это сколько ждать теперь? Получается, никогда не поиграем. Ну, так сложно, короче, играть в игры, в которые вырезали русский язык, которые нигде не купить и которые не работают, да? Ты куда пропал? Я 100 лет тебя не видно был. Я даже комп уже почти собрал. Почти. Ну, что тебе осталось, Гейбэм? Давай мы тебе вместе соберем комплектуху. Мы так пробовали в чате делать, чтобы все, короче, говорили разное, и в итоге все говорили, что это полная хуйня. Ну, типа, все твои варианты хуйня нужно заново пересобирать. Я себе последний раз, ладно, без шуток, если я последний раз себе комп собирал, сделал тему на этом самом, блин, на стилинке, и мне там накидали варианты. Это в 2014 году, по-моему, было. Ну, такой нормальный комп получился. Даже играл. А последний свой комп я на Авито взял. Целиком. Вот. Ну, типа, бэушный, да. Было странно, но заодно не пришлось нихуя собирать. Так, братцы, Warrior Within Prince of Persia, день номер 5, между прочим. Игруха проходится за сколько там, за 12 часов, я ее прохожу уже, наверное, часов 30. Блин, состояние еще такое хорошее, как раз для ретро-опыта сейчас, что-то в пот бросает. Ты же бойскаут, играй на американском. Я просто скаут, а не бойскаут, у нас не было такого деления. Мы были и мужчины, и женщины были вместе. Так, братцы, стартуем. Короче, все сказал, планы сказал, реквесты, видимо, ну, где-то ближе к концу недели, и еще будет по Hitman 2 один подруб, в который я, типа, не играл. Я не знаю, что за Hitman 2, я даже не знаю, на что похожи эти новые, блин, на Assassination песочницы. Так. Все, поехали. Girl Scout продают печенье, а что делают? А Boy Scout... А бойскаут собирают информацию в пользу Соединенных Штатов Америки, да? Вот здесь есть конструктор совместных деталей. Не, я помню такого, раньше типа прикольный был. Ну типа я по этому конструктору и собирал, по-моему, в ДНС. Это был в 14 году. Так, блин, что-то не вижу. Какое-то сообщение, оно пропало куда-то. Блин, здорово, Ван, ты же пошел, блин, персидский кал. В чем прикол этого карательного колеса сансара? Да хуй знает, я хочу себя наказать. Не, ну давайте посмотрим. Сегодня досталось немножко, на самом деле, до конца. Может, сейчас будет бодрее, если я помню примерно весь контроль, типа, и... Не знаю, что там еще что-то сложное будет или нет, но я думаю, что нихуя не будет сложно. Просто на самом деле, как это правильно сказать, все очень прозаично, и надо было сегодня другое подрубать, но я что-то думаю, блядь, не хочу даже думать, что подрубить. Давайте это просто, чтобы не думать, что я не прошел ее, а то так как-то некрасиво получится. Просто там получилось два стрима подряд, таких прям, знаете, отталкивающих, ебаных, неприятных.
Давайте, это будет как стрим-реабилитация, да, бывает такое. За плохие стримы, без токса, наверное. Наказание за похмелье. Так, помните, на чем мы остановились? Мы, короче, пришли, там был третий такой же босс-баттл с Кайлиной, полная хуйня, и потом оказалось, что он сам виноват в том, что он сам виноват. И такое включилось, как это правильно сказать, парадоксу, да, он включил. Теперь ему нужно дальше бегать и решать эту парадоксу, это очень интересно. Но он думал, что если он что-то там с песками сделает, приедет на остров песков, все починится, а на самом деле ничего не починится, он еще все больше запутал. Ну вы так по сценарию помните, да, плюс-минус? И мы сейчас будем бежать и отдохать. И в песок, кстати, снова отложил. Парадоксу. Несмотря на все трудности, я все же смог уничтожить императрицу, предотвратить создание песка. А, песка времени, он должен был это делать. Я победил Дахаку. И... такое все черно-белое, грустное, как... Теперь пришло время выбираться с этой скалы. Жесть, на самом деле Дахака он остался, потому что это один из самых крутых злодеев в видеоиграх. Нет, Oh shit, I'm sorry. Мне еще читается озвучка здесь. То есть реально как русская примерно в первой части. Но она была... Наверное, Арик и в первой части был такой. И все, бежим от Дахаки. Я просто проебал в прошлый раз. И все, идет раннер. Видите, он пенисы прокидывает, но воды он боится. Короче, видите, Дахака все равно остался. И, короче, мы и начали, получается, все вот это. Вот оказалось, что это парадокса. Но на самом деле я просто не понял, в чем парадокса. То есть, вспоминаем контроль, работают пески. Просто я немножко. Бля, сейчас контроль вспоминаем. У меня постоянно, когда есть, короче, хуйня, там прошлое, будущее, это вот настоящее. И так далее, я постоянно понимаю, там, то есть в каждый раз там какой-то должен быть временной парадокс, но я каждый раз не понимаю, в чем он заключается. Ну, типа, ну как там, помните, в назад в будущее, когда что-то чел занялся сексом со своей матерью и что-то сам родился от этого. Ну такие, короче, вещи. Сложные. Ну, типа, реально сложные. Как ты. И так, такое же касается. Петлей. Время. Вот здорово, Тоса. Я думал, ты пошел под нас. Не, еще пока что нет. Блин, все, почему что? Отвлеклись, давай к этому мы не готовы, ребята. Ну, музыка снова будет ломаться, потому что либо можем поставить 30 фикс. Я просто сегодня драйвера новые скачивал, устанавливал. Вот мы Microsoft купили Ubisoft, добавили вход с Дахаку, хотя у них там... Не, так уже же есть же новые. Но Дахака прикольный, да, он похож на... Ну, то есть они, наверное, и вдохновлялись им, это какой год. Похож на того гондончикуса из прототайпа, помните, из польского. Ну ладно, не польский, мы были чешский. Ну, типа такой интересный дизайн у него. Надо подумать. Да не, ну я решил, да я закончить решил. Ладно, может не так и нужно, похуй, погнали. Может сейчас наоборот, типа, будет самое такое из Roman Core. Играю в великолепную игру, правильно понимаю. Да ладно, игра на самом деле не так плоха, я плох, блядь. Я поэтому наказываю себя. Ну типа, я должен ее пройти, я плох. Бля, видели там, великое случилось, ребята. Там у Игоря ГКК, угадайте, марафон какой игры, каких игр. Блядь, все, сейчас. Там марафон готики, он будет во все 1000 частей готики. Надеюсь, что на Эликса мы тоже накидают триллионы долларов. Сегодня первый день, ребята, вы рискуете, как это правильно сказать. Я читал пост в Телеграме, он сказал, что это для своего года охуенная игра. Да это правда, кстати. Так все, набраться, еще один песочек делаем. Готики. Блин, интересно, как это играть в готику и не токсить? Так, сейчас. Прыжок, все, идеал. Ой, бать, все. Ну и сейчас придет второй, короче, коричневый принц. Это тоже из другого таймлайна. Это тот, который... из-за которого парадокс начался. Он токсил? Блин, я думаю, что Игорь никогда не токсил. Реально делали разрабы 2, да душный лук и фоторобос. Да не, на самом деле, здесь я правда считаю, что здесь наличествует Ubisoft дизайн. Ну, много раз ты живешь, где чего. И все же он преследует меня. Как такое может быть? Как такое может быть? Потому что установил кривой мод на геймпад, который не работал. Он типа реально на геймпаде играет в котика. Ну блин, наверное, если бы пиранью байтс не закрыли, они были бы в восторге, потому что она же и под геймпад и есть, игруха консоль. Вот вспоминайте, типа он грустный, потому что был песок невкусный у него. И оказалось, что он сам начал. Короче, ничего не получилось. Я. Игру как уеду, здорово, Аристократиус. Только немножко заново придется пройти здесь. До сейва. Ну ладно, синематики реально симпатичные. Ну типа. Он еще играет не в ванилу, а в патч с уебанскими изменениями. Ну я надеюсь, его многие писали про это. Ну типа фанаты готики. Что записано в потоке времени, невозможно вырубить топором. Жесть. Сейчас он будет читать, короче... Типа вот он здесь сдается, но потом он видит, короче...
надписи на стене дейдрические. Бля, прикольно, что Дахака сильный, но не может разъебать решетку, кстати говоря. Может, там вода была? Я в своей попытке уничтожить песок времени стал тем, кто создал его. Бля, прикол в том, что я так понимаю, по... на самом деле, без рофов. По лору, типа, он изначально и создал, что ли, эти пески еще до песков времени, правильно? На этом самом острове. Ну, так я мыслю. Ну, парадоксы. А потом, да. А потом, по классике... Ну вот там бы. Мы жаждали власти, давай песков времени, большинство нашего только смерть. А чё, патч делает, Сент? Ну это в прошлый раз смотрели. Ну типа маска призрака... Как нахуй маска призрака, вряд ли я вообще не понял. Ну, может, это в комиксе было между играми? Вот это, бля, здоровье, Ксюш. Но маска призрака мне дала второй шанс. Он снова, это уже альтернативный таймлайн? Я не понял, что это маска призрака. Ну, может, невозможно это понять? Жесть. Ну, ну погнали, блин. Блин, теперь хочется все хп-апы подобрать, чтобы True Ending увидеть. Не будет такого, да? Бля, пацаны, планирую купить наушники-капельки. Игровые. Потому что меня заебало оголовье на голове. Что бы вы порекомендовали? Вы только все должны порекомендовать одно и то же, чтобы не надо было думать. Блять, ну все, Пиздерштейн. Ну ладно, не игровые, обычные, я просто так по приколу сказал игровые. Так тот же хуй, все. Так. Сейчас, пацаны, идет. Все, работа, блядь. Вау, это реально я так наловчился даже на клавиатуре играть. Ладно. Ладно. Анкер Саундкор. Ну это, наверное, что-то звучит дорого, блин. Ну ладно, я забыл сказать дешевые, ладно, они очень дорогие. Ну, так прыгай, шаг, блядь, ёбаный, блядь. Так, сейчас, ну пиздец, сори. Нормально, просто эту кнопку нажал. Рекомендуйте наушники, которые к андроидам бесплатно идут в комплекте. Нет, это хорошие такие. А. Ну. Ну. Шпус. Там есть разные ценовые категории, за 15, за 10, за 5 и за 3. О, за 5 и за 3, блин, здорово, смотри, что нравится видеть. Рекомендую нахуй капельки. Качество не выведет в сравнении с полноразмерными. Мне вообще похуй на качество. Мне кажется, я уже оглох давно. Ну, типа, мне не важно ни позиционирование, ни еще, но главное... Мне еще не нравятся наушники, которые, типа, сильно вакуумируют. То есть, в идеале бы пиздато было бы себя слышать, но... Но получается редко. Ну, типа, ну как ты понимаешь, что качество плохое? Ну, я типа понимаю, что качество плохое, ну как в детстве. Помните, когда один наушник проводной перестает работать, то значит все. Тогда вели за 150 рублей. Реально они будут работать? Не, ну я пробовал, типа, какие-то душные наушники, но они прям, ну ладно, бывает, конечно, такое, что прям качество совсем-совсем хуйня. Купи наушники на рынке за 150 рублей, блин, я уже давно на рынке не был. Типа, ну, наверное, можно. Но я помню, были такие раньше, да. Так, братцы, смотрите, помните, да, теперь мы оказались в Тыбныцес. И сейчас мы будем проходить, видите, это новая локация, пиздец. Еще походу, остается одна локация. То есть, если кто-то вдруг забыл, в игре раз, два, три, четыре локации. Ну как так, 4 уровня, можно сказать. Надеюсь, сейчас темницу тоже нужно будет проходить прошлым и настоящим, потому что это очень интересно. И типа в настоящем она будет такая, а в прошлом такая же, только с небольшими отличиями, кстати. Это прикольно. Отбери у слабого одноклассника. Блин, ну обычно слабым одноклассником был я. Не, ну у нас не отбирали вещи. Если найдешь Sony, можно их взять, они тоже заебись. Блин, что за Sony? Пойдем лучше в Suicide Squad, игруху кайфовать. Там сейчас сервера отрубят, часа радуют. Не, я бы играл бы в Suicide Squad, то есть вся ирония заключается в том, без шуток, блять, что я в эту хуйню реально хотел играть. А они, блять, перед релизом вырезали из нее русский язык. И забыли дать мне ее купить, да, это проблема. Ну, бывает такое. Ну, то есть меня специально, блин, Америка наказывает моей любимой игрой. То есть, ладно, то есть, не любимой, единственной игрой, на которой мне было не похуй. Пора вспоминать школьный немецкий.
Нормально, нормально, братцы, просто здесь управление, напоминаю, вы если на клавиатуре не играли, вы, может, даже не поймете. Здесь там нужно, короче, пальцы перекручивать, всякие там пасы, знаки делать, всякое такое. Короче, не так просто. Так стримы — это работа же. Ты, если, например, дворника пойдешь работать, не будешь же себе покупать спецовку от Гуши Рубчинского? Блин, мне нравится, кстати, утилитарный подход к стримингу, в этом что-то есть. То есть, ну, я люблю дешевые вещи, ну, то есть, у меня есть аргументированная... Типа, позиция, почему я люблю дешевые вещи. Дешевые вещи можно разъебать, их не жалко. Когда ломается дорогая вещь, ты расстраиваешься. Когда ломается дешевая вещь, тебе похуй. Ну, то есть, это даже можно, может быть весело. Типа, сломалось, и ладно. Ну, это типа, как окружать себя в жизни людьми, которыми не сильно дорожишь. Блять, пиздец, все, сейчас сделаю. Ну, типа, удобно. Типа, пропал человек, да и похуй. Ну, типа, особый, блять, все, ладно, сейчас сделаем. На счастье. Блин, на счастье прикольно звучит. С тачкой так работает. Главное, ну, поэтому мы тут. Спасибо большое, Доката, это очень приятно слышать. Не знаю, я считаю, что когда ты, типа, реально для кого стрима работать, тебе должен, типа, работодатель все это выдавать. Ну, типа, что это за хуйня? Ну, типа, если ты работаешь, допустим, на департамент Америки, там, на Америку, типа, почему, должны же какие-то вещи, типа, там, какие-то наушники присылать, всякое такое. Ну, это честно, ну, типа, выдавать что-то хотя бы базовое, иначе что это за условия труда? Мне даже ни разу Амазон Амазонович не оплачивал больничный, когда я лежал со связками. Дешевые вещи, а как же качество? Ну хуевое, скорее всего, будет, зато дешево. Ну типа, зачем качество, если вещь можно выкинуть, ее не жалко, блин. Ну я, кстати, не вполне, конечно, серьезно говорю, но я реально не люблю дорогие вещи. Но они меня расстраивают. Ну типа, я не знаю, я как тот чувак в школе, помните, который все постоянно там рвал штаны. Да сука, блядь! Удобное управление. Просто тот чувак. У вас был такой в школе чувак? Ну, короче, чувак, который рвал штаны. Ну, типа, быстро выходят вещи. Ну, короче, давайте я вам объясню, допустим, на примере этого пантографа. Это, короче, очень хуёвый пантограф. Он 0 рублей примерно стоил. Он практически сломанный, но... Поскольку я близко держу микрик перед лицом... Я постоянно, типа, плюю на пантограф, и, типа, там вот эта вот слюна скапливается, и все это выглядит так, то есть, так плохо, то есть, там какой-то такой долёт появляется, и, то есть, проще выкинуть вещь, мне кажется, она не подлежит тому, чтобы ее почистить. Но, то есть, эта вещь негодная больше к использованию. То есть, только на помойку. Просто, если бы пантограф был бы дорогим, мне бы пришлось его выкинуть, как бы я его чистил, что-то раскручивать нужно. Просто я ставлю поп-фильтр только для того, чтобы, когда я тебя кричу в микрофон, либо какие-то звуки издаю, либо кричу, чтобы он от слюды, типа, защищает, такой слюнозащитный экран. Вот. Ну, типа, там, вот, если бы это был дорогой пантограф, мне бы пришлось бы в полиэтилену, да, его бы обернуть, ну, как пульт, например, от телевизора. Ну, мне бы свою гомерку отпили с СЭК, если она сломается, я сразу банкрот. Блин, у меня вот, кстати, свободная кофемашина давно уже стоит. Это хорошая была кофемашина. Наверное. Да, ну, она прям дорогая. Это самая дорогая вещь в моей жизни. Вообще никаких вещей не будет никогда. Вам лучше не знать, сколько она стоит. Ладно, не очень много. Блять, а была бы это дешевая кофемашина, я бы уже ее выкинул. А так она сломанная стоит. Ну, хуй знает, там 2 года, по-моему. И место бы освободили. Ну, я не понимаю, что я здесь... А, стоп. Я не понял здесь. Я вернулся обратно. Так, братцы. Нет, не обратно. Ну... Производим фокусировку, все, да как вот скинули. Почему? Я не дропнул кофе, я каждый день кофе пью. Блин, здоровый Гена, очень нравится видеть. Ну, типа, я дропал кофе с сахаром. А теперь пью его с сахаром опять. Блин, на Авито можно все продать, поэтому я говорю, это целый, вообще все, что можно. Ну, типа, это странно. Там по-любому какая-то, ну, то есть, есть вещи, которые, окей, что нельзя продать на Авито? Все же как будто нужно всегда. Пусть тогда высылают всем компы, бля, я бы хотел бы. Ну было бы прикольно, если бы были бы какие-то субсидии. Даже на ВКП ничего не предлагали, кроме денег, блин. А так прикольно там, допустим, было бы, если ты постримишь, тебе какой-то комп хороший с триколором. Не, школьницу не надо. Так, братцы, давайте бегаем туда-обратно. Я не понимаю, где я. Я здесь уже был, да? Так, давайте подсветим. Идет думательный процесс, я нихуя не вижу из-за мыла, сразу же говорю. Ну, он там похоронен, это рыцарь, yes. Блин, прикольная камера, удобная очень. Наверное, мы сюда аккуратно залезаем, да? О, идет небольшой воркаут. Я как-то дропнул кофе с сахаром, потом дропнул кофе, начал пить наркосы, пока не понял, что там еще кроме сахара нет. Блин, наркосы — это опасная хуйня. Ну, то есть, не мне вас учить. Не, я, типа, хотел перестать быть жирным в один момент, но это было в прошлом году в начале. Типа, сейчас я уже так не хочу делать. И я думаю, ладно, короче, от сахара отказаться нахрен в кофе.
Ну потому что ты пьешь, короче, не кофе, а сахар. Тебе сахара хочется. Блин, я кофе стал таким говном, но я все равно через силу давился, типа реально его пил и... Ну и вроде нормально, пристрастился заново. Но энергосы... Пошел посмотрим. Не, ну энергетические напитки вы тоже не забывайте. Там можно сколько угодно ерничать, но, блин, они витаминизированные. То есть, по сути, есть многие напитки, там флэш, например, которые ты, типа, вред напитка частично витаминами. Типа, там витамин В есть и витамин С. Немножко нивелируешь вред, поэтому... По сути, то на то и выходит. А вот, допустим, газировка простая, которая не энергетик, там нет витаминов. Но, следовательно, это еще хуевее, правильно? Не-не-не, это не пазл, скорее всего. Тут просто воркаут надо произвести, куда-то залезть. Не хочешь перестать быть лысым? Бля, да была мысль на самом деле. Ну типа... Или мы отсюда пришли. Или мы оттуда пришли. Ну а давайте просто перекатываться. Я просто нихуя не вижу из-за мыла, это не шутка. Ну то есть будто бы яркости не хватает. Но на то это и темница-с. Давайте по карте посмотрим. Так, с того, конечно, у нас убить Буратиной. Да блин, ладно, Буратино там тоже по-любому вредная хуйня была. Ну типа сейчас же показывают, там какие-то расследования проводятся, что там... Ну, типа, то, что вызывает слабоумие у детей, то, что сонливость вызывает какие-то штуки. Представляете, что в Советском Союзе добавляли туда? Ягуар с витаминами был, да, он еще без ГМО был. Так, давайте вот этого дернем. Бля, я потерялся. Звучит не очень хорошо, солист. Ой, у меня тут чего только не было. Я здесь что ебал эту игру, но я хочу дать ей шанс. И это любимая моя игра детства была. Сейчас я ее ненавижу. Но это просто я, потому что стал уродом, наверное. Даже не понимаю, что это. Блин, ну у меня же еще не софтлок, да? Я поэтому такой сальный вырос, надо говорить. Ебать игру, ебать, мы не устанем пытать. Не-не-не, я не буду сегодня так говорить. Блин, прикольно, если я побегаю туда-обратно, я пойму, куда мне идти. Давайте вернемся, какая разница, сегодня все время... А, ебать. Нет, а, ебать. Все-все, пук-пук-пук. Я перепутал, я думал, что я уже прошел, это что, вы злитесь? Ну типа, я бы злился на вашем месте. Чаще здесь прыжок. Блин, обожаю раннер. Ну типа, так пенис и додж, yes. Блин, жалко, что камера подкручивается под ебало. Я не знаю, когда по ней хопаешь, типа, блять, ебаный шаг, ублюдок. Ну, сори. Бля, как меня заебали эти, блять, раннер хуйня. Ну это так, прикольно, что он просто в Т-позе стоит, короче, и нихуя не делает, блять. Да, сука, ну пиздец, все, доджим хуй. Ой, камера просто пизда. Блять, и шаг долбоёб. Так, все, смотри, чуваки, сейчас по той стене. Все, пизда. Не все, да ёбаная камера, блять. Ой, блять. Нахуй, все пальцы сломаны, блядь. Че-че? Может, я кругами бегаю? Но это просто пиздец. Я каждый день? Каждый день. Так, стоп. Я каждый день тут буду играть. Сейчас, чуваки. Вот такая, а просто подумать. Я хотел сказать, я каждый раз теперь здесь должен бегать от него, да? Это типа на... Усвоишь. Да, бля, подумал, прикольно, если какой-то чувак стримит каждый принципер, или что-то в спидран. Ну, бывает такое, на самом деле. Не, я не сходилась, что Гош. Ну сейчас, я потом скажу без рофов. Но только если ты мне скажешь, что у меня реально есть грибной суп. Не, я вчера не мог ходить, если что. И позавчера ночью. Так бы, может, сходил бы. Нужно раннеры пазлами заменить, чтобы 40 минут посетительный аппарат развивать. Бля, еще очень сложно стало играть, потому что... В этой локации нихера такая физика, да, у него. Тогда были в моде такие эти самые чоуки. Так, ну, что-то мы здесь и приспустили, да, так можно выразиться, если. Видишь, ты сегодня хорошо идешь, даже без бэксита. Да это закончится сейчас, на самом деле. Ну, без бэксита. Люблю грибной суп-пюре. Бля, я на самом деле все люблю. Так по мне не скажешь, ладно, кроме этой игры, наверное. Не знаю, как можно что-то не любить из еды. Не хочу думать про еду. Но солист будет стримить принца Перши каждый день, когда выпадет момент. Ну, бля, солист, он типа, он же не каждый день, но потом пересадит, он спортом занимается. Ну блин, я мясо не люблю, ну, вообще мясо я люблю без рофов, но... Ну как, так же, как и все остальное примерно. Мясо. Грибы же не совсем растения, как твое вегетарианство с этим же, блядь, вчера как раз, я помню, обсуждали вегетарианство, было здорово с чуваками.
Да, это была такая, я просто нашвырялся, там были какие-то дебаты, короче, по поводу атеизма и вегетарианства. Я как вам рассказывал, почему я не люблю атеистов и почему я не люблю мясоедов, что-то такое. Ну, короче, худший это мясоед-атеист. Надеюсь, что вы согласитесь, блядь, потому что я не согласился, но я не помню свои тейки. Но я кричал там что-то. А мне дядька говорил, а ты знаешь, что чтобы обработать, сколько рабского труда используется и сколько тягловых животных, чтобы обработать один акр полей? А я ему говорю, что там тракторы работают, ты не выдумай. А он говорит, это все неправда, на самом деле трупами животных удобряют твои овощи, ты сука. И я, короче, плакать начал. Примерно так было. Мясоист. Смотри, знаешь, что он занимается спортом? Ну, блядь, конечно, знает. Ну, типа, ну, без рофов. Ну, типа, вы если садисты, знаете, чуваки, обязательно фоу прожимайте, я просто забыл сказать. Ну, это, короче, дядька, который позитивный образ о гейминге сам сдает, типа, ну, не как там сидят там скуфы там толстенькие, мужики всякие играют в игрушки. Так что сейчас, брат, ищем проход. Но он, типа, реально двигается больше по такой, по спортивной игре, типа, там, спидраны, но ноудезы. Ну, типа, развивается. Не проебывается, а развивается. Короче, это конструктивный стриминг игровой, а не прочая хуйня. Что за хуйня, обновился хром, предварительно вырубает отблок, переходим на Яндекс.Браузер. Блин, ну я скачал, короче, геймерский такой браузер Opera. Бля, охуенный дизайн. Так, братцы, смотрите, я бегаю туда-обратно лишь потому, что я не могу играть и разговаривать вместе. Собственно говоря, именно поэтому я и стал подрубать. Ну сейчас опять, типа, так как заспавнится, и мы будем просто по кругу, да, бегать. Там, наверное, что-то в середине изменилось, и мы теперь можем залезть на гроб, что ли. Поставь U-блок. Не, у меня последнее, что было, короче, мне отблок. Мне отблок нахуй сломал весь YouTube. Вот, теперь я ему не доверяю. Ты знаешь, как садист потеет во время киберспортивных подходов? У него все мышцы в поту. Блин, чуваки, я сегодня всю ночь потел. Бля, сегодня ночью был момент, когда я думал, что. Это можно как-то использовать, короче. Я просто реально литерально всю ночь потел. Ну, это просто температура сейчас такая. Все, с принцем ебешься, ну блин, надеюсь, он, конечно, станет королем. Так, ну я не прохожу, да, если что. То есть я не делаю то, что надо делать, я уверен в этом. Ладно, давайте сконцентрируем внимание на игре, ну типа, пук, пук. Ладно, сейчас я найду это место. Ну давайте вот с этого ракурса посмотрим. Пук. Ну просто, смотрите, эта хуйнюшка, она еще выше стала. Типа, по идее, умом я так думал, она должна опускаться, но она поднимается. Значит, мне откуда-то сверху нужно туда залезть. Или надо еще раз сделать пробежку с дохакой. Бля, я не понимаю, кстати, куда идти. Ну, типа, прям не понимаю. Ну, типа, и дохака опять спаулится, правильно, чтобы было весело? Или так это работает? И что это за хуйня? Я должен посмотреть перед него бегать, да? Лучше не надо. Ну что, дроп? Но я не очень выкупаю, что тут сделать нужно. Не-не-не-не-не, Opera сейчас новая, прикольная, короче, аристократия была с хуйнюшка, она называется Opera что-то Turbo GX, это, короче, компьютерный браузер для геймеров. Он со всякими звуками ебаными, кринжовыми, Twitch туда вшит, то есть ты заходишь, если, короче, геймер, у тебя, типа, компьютер персональный, с подсветкой, ты такой, короче, геймерский браузер юзаешь. Но выглядит он очень кринжованно. То есть это просто пиздец. Короче, вот этот вот геймерский дизайн, знаете, который не обновлялся с 2000 года. То есть, типа там уебанские кринжовые звуки, такая уебанские в черных тонах все оформлено, типа по-геймерски. Блять, как, короче, ребутнуть геймерский дизайн, чтобы он выглядел не пластиково, смешно и по-детски, а типа, чтобы он выглядел, не знаю, там, блин, богато, дорого, мужественно, как такое, знаете, мужское, типа, рококо, хуй знает, как это назвать. Ну, типа, как, короче, особняки цыганских баронов, только менее пошлого, вот как-то так можем сделать? Что-то в духе, там, не знаю, там, типа, роскошь новых русских, вот, прошлых, только немножко более ограненная, более такая спокойная. Ну, типа, чтобы не ассоциировался игровой дизайн с каким-то школьником Ванючкерсом, да? А чтобы ассоциировался со взрослым мужчиной с большим достатком. Вот такое нужно. Ну, то есть, вы же понимаете, о чем я. Игровой дизайн, блин, там всякие вот эти вот гарнитуры, блин, игровые браузеры. Жаль, пропустил прошлый мага, дупер, токсичный стрим. Бля, я, короче, я ему еще удалил, скрыл не из-за того, что там был токс, а из-за того, что там... Кукслова. Ва. Кукслова. Ну вот, кстати, тут тоже я так мыслю, что-то мы сделали, типа там потянули. Я вообще не понимаю, что я делаю сейчас. Блин, не, все-таки, видимо, дело не во мне, а в игре. Но я правда пытаюсь понять. Ну типа, шпазл здесь, да? Надо своровать дизайн у бытовой техники Брауна. Раз, блин, Браун. А какая вообще есть... какая вообще люксовая бытовая техника? Ну типа прямо люкс. Чё за фирма? С большим достатком и членом. Чеще.
Борг, блять, вот пиздец, думал про него. Вот, короче, Борг. Вот, вот такой должен быть геймерский дизайн. Да, то есть, мы просто, если мы нам нужно что-то придумать за рефы, там какую-то типа игровую гарнитуру, еще что-то, мы просто берем, открываем, короче, сайт Борг и смотрим, как нахуй это нормально должно выглядеть, чтобы мужчины, блин, с достатком покупали это. Так, ну я тут. Я вообще не понимаю. То есть, даже примерно не понимаю, что происходит. Но здесь мы, получается, потянули, да, эту. Хуйнюшка с. Сейчас будем опять бежать, что ли? Просто я по кругу бегаю здесь от Дахаки, поэтому. Не-не-не, Борг это премиум сегмент, рофлиш. Ну типа Борг. Ну сейчас, типа Борг. Ну типа Борг. Ну давайте посмотрим что-нибудь, чтобы, как это правильно сказать, отвлечься. Борг. Правильно же? Обзор. Что-нибудь пиздатого. История Борг, черный пиар, судья и ба-стратегия. Стайлер Борг. Блин, это что, не премиум техника? Борг фена. Есть какой-нибудь Борг обзор дорогой хуйни. Ну, чтобы это дорого прям стоило. Дорогой. Лучший премиальный робот-пылесос. Давайте посмотрим на лучший премиальный робот-пылесос. Модель Борг V830 – отличный пример того, что будущее уже настало. Реально? Поэтому я представляю вам обзор на этот робот-пылесос. Эта модель заставит вас забыть... А, ну еще Dyson, блядь, забыл. Ну, Dyson мне не нравится дизайн, блин. ...и про другие пылесосы вообще. О, оно не очень прикольно выглядит. На рынке в основном распространены маломощные недорогие модели, не отвечающие ожиданиям аудитории. Что за аудитория у робота-пылесоса? Типа как у стримов? Конечно, более дорогого представителя этого семейства. Борг V830. Чего это маленький, блин? Это по-настоящему мощный девайс. Да, дорогой сегмент, но это русский бренд китайской хуйни. Реально русский бренд? Не требует Борг. Участия в своих процессах, которые светятся... Не, ладно, передумай. Нет, давайте тогда что-нибудь реально премиальное. Ну, Dyson, типа... Ну, это дорогая техника. Но мне дизайн не очень нравится, просто Dyson. Давайте посмотрим, как выглядит Dyson-пылесос. Сколько он стоит, во-первых. Не покупай пылесос от Dyson, пока не посмотришь это видео, ты чё, охуел? Всем привет, да? Ну, в смысле, или так, ну, в смысле. Ну ладно, давайте посмотрим, хорошо. На связи Юнит, магазин техники Apple и гаджетов в Москве и Санкт-Петербурге. Все знают, что пылесосы Dyson одни из самых лучших... Блин, я не понимаю, как вещи... Ну, то есть, это тоже странно. Я настолько не разбираюсь в дизайне, блядь. Похоже на какой-то, короче, китайский мастурбатор ебучий. Я бы в жизни бы не купил такую хуйню у себя домой, если бы... ...пробных пылесосов в мире. Но никто не знает, в чем же их отличие. Сегодня мы разберем, какой же пылесос выбрать из тех, что представлены в нашем магазине. И начнем мы с самого маленького... V12 Detect Slim, затем почему самое у него за большое цвет такой? Длинное название V15 Detect Absolute и самый новый, самый мощный истории. Gen 5 Detect. Больше сотки, блять, за пылесос, ну ладно, наверное, того стоит. Но сейчас это я дороже, сам да? пользуюсь как беспроводным пылесосом, но не Dyson, а более бюджетной фирмы Горение. Мне зашла идея вообще беспроводного пылесоса. Пылесос, здоровья, только спасибо тогда, большое, когда я это попробовал. Я понял, что это очень легко, очень удобно его держать. Не нужно. Блин, как они реально разработали этот дизайн? Это же реально похоже на мастурбатор на какой-то. Полоть за собой провода. И или я неправильно говорю? За этим будущее. Но я еще не видел никогда таких мощных пылесосов, когда я тестировал Dyson. Эстетически все три пылесоса выглядят примерно... Ну, у меня просто в хате линолеум ебаный, который всасывается в пылесос. Одинаково. Причем V12, с которого мы начнем, он самый маленький, самый легкий. Сейчас буду играть, чуваки, нужно немножко ребутнуться, блин. Он поставляется с двумя насадками для чистки. Насадки в коробочке. И сколько стоит сейчас Dyson отдельно такой? Все насадочки упакованы так красиво, чтобы ничего я не повредилось. Я перестаю дышать. Ну и, конечно же, блин, чуваки, я само тело пылесоса. Не, ну я ни разу, мы реально пробовали, типа, вот, типа кто-то, ну то есть без рофов, без всяких, если мы это обжали, кто-то пробовал совокупиться с пылесосом из вас? Ну типа у нас какие-то в классе ходили про это легенды, но... Очень-очень бережно упаковано, и вот так. Раньше заказывали дизайн-проект у студии, у тебя всю кухню этим горением утыкивают, блин, дизайн-проект звучит неплохо. Все это выглядит, я уже могу. Блин, у меня бы даже, если, короче, много денег было бы, я бы не смог с дизайнером договориться. Ну просто я очень такой мягкий, типа, человек мяковый, ну типа, знаете, как хуй знает, как желе. И он бы говорил, ну нормально. Я бы говорил, да, наверное, нормально. Говорит, ну точно нормально? Я говорю, да, наверное, нормально. И не смог бы ни одну поправку, ни одну коррективу внести. У нас, короче, мы когда кухню заказывали, к нам пришел человек, это был просто замерщик. Мы, короче, сели с моей, и он начал спрашивать, ну а вот здесь вы бы что хотели? Мы такие, да ну хуй знает. Он говорит, ну ладно, вы понятно. А жена что думает? Ей же там хуярить на кухне, она же женщина. Она говорит, ну мне похуй. Ну типа, ну люди так, конечно, и вы такие, а здесь бы вы что хотели, например? А я вообще не ебу, я не знаю, что вообще должно быть на кухне. Ну типа там, блять, поесть, еда, холодильник. Я говорю, холодильник хочу. Он говорит, ну холодильник у вас на месте останется, а еще бы вы что хотели? Я говорю, ну... И типа, он как будто ждет что-то, типа, и смотрит такой, я думаю, ну... Ящик? Говорит, да, хорошо, а какой ящик? Я говорю,
кастрюлей. Хуй-то. И так в итоге мы что-то посидели, поебали, нам что-то накидали, нам все не понравилось. Ну как, устраивает вас? А я вообще не ебу, я не понимаю, мне нравится или нет. Ну то есть я еще могу там какой-то цвет фасадов, типа выбрать фурнитуру, но я не понимаю, что внутри должно быть. Ты не топи ты! Блин, мрачно. Включите и слышите, как оно работает. Слышь, взорвался, да? Блять, чуваки, я вам уже рассказал историю, да? У меня просто новая история, я буду 2 месяца рассказывать. Короче, а я уже рассказывал. Ладно, только один раз. Все, ладно, мне кажется, он дрочит, я думаю, что такое Мимиаверс, конечно, добавили. Ладно, я расскажу еще, я позавчера рассказывал. Я, короче, друг купил Xbox последний с такой дырочки. Вот, он поиграл в него 4 дня в покемонов, а ему кошка расставали, и консоль взорвалась. Похоже это на блаф. Бля, мне все такие чивы, короче, их спрашиваешь, так, подходит? Они говорят, ну подходит. Потом, бля, приходит через день, говорят, ну мы вот подумали, нахуй, потому что мы мерзкие чмойдеры, мы возвращаем, все, вообще надо переделать полностью. Но я, кстати, кухню не там в итоге заказал. Не, я... Она умерла. Бля, мрачно выглядит. Я всосал. Вы, чуваки, помните, какая? Тут также нас встречает вот такой вот дисплей. Он... Ого! Вообще, это потрясающая штука. Все три пылесоса визуально выглядят примерно одинаково. Мне... Из них самый маленький, я бы тоже нассал на покемонов. Это V12. Но было на самом деле не весело, он расстроился. Просто у него до этого, это одна и та же история, у него до этого жена очень много котов взяла. Одного она кота породистого спиздила из коттеджа, второго где-то там нашего на улице. Но у нее сейчас типа 5 котов. Вот, они там всякие штуки делают. Вот она просто любит котов. 5 котов, 100 детей, и вот такое, кошка такое сделала. Ну, то есть она выбрала именно ту дырку, типа, если у вас Xbox, то это вот есть, типа, такое черное вот это вот охлаждение, и нассала на него под вот воронку прям в этом. У всех трех пылесосов примерно одинаковый комплект насадок, но самая популярная насадка у всех пылесосов. Есть какой-нибудь видос, где он пылесосит хату бабушки и так линолеум туда? Да. О, прикольно, хуйня полная. За, как я здесь оказался? Я просто играть не хочу, поэтому. АСМР, массаж лица и звуки рта. Чил. Бля, прикольно звучит. Реальный чил. А что еще есть у Дайсона? Ну, давайте, Дайсон. Ну, что ты же еще делает Дайсон? Типа там кофемашину, например. Дайсон за 3К с сайта Шейн. Это такой обзор фена Дайсон Суперсоник. Иди постой, блядь, сука, копии фена Дайсон. Царь пылесос. Не, ладно, я не нашел. Спасибо большое за секрет. Что хотят женщины? Мой самый страшный секрет. Ну ладно, я не нашел больше ничего от Dyson. Бля, придется играть, наверное. Да, бля, так неохота, пиздец. Может быть, есть любой телевизор Philips. Есть Dyson телевизор. Есть, ладно, Dyson кофемашина. Кофемашина Dyson существует. Я пердоле, кибидле. Видео для твоей мамы. Бобер. Бля, откуда реально у них бобер? Я не понимаю. Или был такой... Ладно, ладно. О, игруха не разворачивается. Может, накрашнулась? Было бы охуенно. Ну да, накрашнулась. Блин, это топ, чуваки, это топ. Можно отдыхать. Блин, ну плохо, да, то что? Или мы расстраиваемся из-за того, что накрашнулась? Бля, грустно. Ну ладно, я думаю, что ее невозможно пройти. Все-таки я думаю, что сегодня у меня будет больше запала, но я думаю, может дропнуть нахуй, потому что, ну типа, она видно, что не проходится. Ну, типа, там непонятно, что делать. Сейчас опять будет 100-часовое затягивание, я так понимаю, с бегством по кругу. Притом, куда идти, непонятно. Как в пространстве ориентироваться тоже. Ну, давайте, ладно, последний трай. Я думаю, игра убита вручную. Нихуя себе. Надеюсь, игра, мне кажется, убита вручную еще до создания. Но выглядит неплохо. Игра убита вручную. Блять, лучше бы она сделана была вручную, нахуй. Да лучше по-нормальному ради дюхи запусти D2, порадуя своих жиденьких любителей, странно. Не-не-не, только не сегодня, чуваки. Используй безопасные настройки. Давайте ДД не сегодня. Но на реквест-марафоне. Проходи с Лексплеем Купленова. Сушилки для рук в туалете. Это вы видите? Че, вы пользуетесь сушилками для рук? Я вообще всегда этой хуйни не понимал. Ну типа, ну вы как руки сушите? Ну типа, же надо стоять, типа. Ждать. Типа прикольно проебать время. Ну я обычно просто стряхиваю и иду. Зипуля убил бит, а ты убил игру, ну ты даешь. Блин, ну... Да не, ладно, давайте, хорошо. Ну, если у вас какие-то, чуваки, любой бэксит есть по этой хуйне? Блять, ёбаный рут, они, блядь. Это такая, от Дайсона, да, это сушилка? Так, долгий путь домой, берег настоящий. Сейчас придется заново все, потому что там чекпоинта не было, потому что игра ебаное говно, ебал ее в рот, мусор помой, неиграбельный кау, ебучий, блять, в который невозможно играть. Поэтому, к сожалению, нам заново сейчас придется бежать, по-моему, правильно я говорю. Но он сейчас опять, типа, поймет, что он. Просто краш, что нельзя бывает табаться.
Не работает почему-то теперь. Нажимаю карту и... А, все, заработало. Вот теперь все заново, этот пиздеж ебаный, нужно слушать. Продолжить. И он не скипается. Несмотря на все трудности... Не, ну кстати, да я бы на самом деле вообще бы руки не мыл после туалета в общественном месте, я бы просто их клидером бы обрабатывал. Но все будто бы типа это, этого ждут, ну что, что ты их сполоснешь. Нет такого ощущения. Ну можно просто при них, кстати, начать их клидером натирать, наверное. Я заново прохожу еще раз ту хуйню, потому что там не было сейва. Ну типа игруха такая. Типа без сейва. Ну типа, чтобы подольше поиграть. Типа сейва нет. Прикольно. Ну, это интересно. Ну дальше решали вот эту вот пробежку делаем, потом вторую пробежку. В принципе, пробежки я уже понимаю, как проходить. Но я не понимаю, куда дальше в этой ебаной маловарне идти. То есть, как вообще понять, куда идти, вот вопрос. Но вопрос, я думаю, останется без ответа. О, нихуя, долбоёб. Ладно, может успеем? Давайте дождь пениса делаем. Yes. Блять, все, не успели. Ну хотя ладно, смотрите. Бля, все, ладно, заново. Сальный дышитель. Блин, мне кажется, что сальный дышитель лучше этой игры иногда. Вот, и мы пришли сюда, видите? Ты просто покончил, понял? Ну вот мы опять в этом месте. Левое ухо, правое. Правое ухо, левое, правое, правое ухо, левое, правое ухо, левое, правое, центр. Центр, левое, правое ухо. Ну это типа так Курт Кобейнов делал, да? Не скипается и что? Ну и... Блядь, да ебаный в рот. Ну сейчас он поймет, что... Еще раз нужно посмотреть. Ну типа сейчас он поймет, что кто-то нассал в часы времени. Посмотрю, как ты вытаскиваешь колонну, она опускается посреди комнаты, поднимается колонна. Так я не могу же подняться по ней все равно. Я не мог подняться, Майн Вортекс. Бля, странно, я вроде... Бля, залезал. Но теперь он расстраивается из-за того, что это был 2007 год. Именно поэтому эта игра, наверное, какой... Ну какой-то год реально, 7-9. Всем тогда нравились эмо-бои. Ну типа он грустный. Не путайте с готами, блин, именно эмо-бои. Чем закончился сальный душитель? Я уснул, ой, Евген. Закончился тем, что сын тоже стал сальным душителем, и они убили его девчонку. И стали вместе сальными душителями. А потом их казнили в лесу, но оказалось, что ты их... слово забыл. Четвертый это год, да? Четвертый? Я думал, что Пески Времени... А... Пески Времени четвертый. Это должен быть шестой какой-нибудь, нет? Не знаю, разор сегодня, скорее всего, дропнул. Я погуглил про сальный душитель, оказывается, это сенсационное произведение, это синтез гонконгского фильма «Мастеристый маньяк» и американского «Токсичный...» А, «Токсичный мститель», кстати. Я слышу про... Ну, на следующем ауке посмотрим, я думаю. Посмотрим на следующем ауке. 2003-го? Ну ладно, они выстроили эту хуйню. Ну не за год, я так понимаю, эта хуйнюшка сразу же разрабатывалась вместе с песками, да, без Мехнера? Или они реально игруху выдавили без... Я не знаю, что 4-й пацан история. Но по консольной графике так не разберешься. Два трана с хуями, это 2005 год, да? Да-да-да, очень хорошие нюксы. Не, ну тогда можно, ну игруху за год, если бы еще один чек сделал, может такое хватит. Чего вообще-то один чек сделал? Ну не можем скипнуть, потому что я уже в седьмой раз-то смотрю. Ну, короче, оказалось, что это он этот песок весь выдавил, и из-за него, короче, вот это вот махараджа, вот это вот все произошло. Я не могу ответить. Спасибо. Спасибо большое за стикер. Не-не-не, это не у него, это у этой самой, как ее, у Моники Белуцис песок, это ее песок. Вот и созвонились. Так, давайте фармим трусики императрицы и поехали дальше. Так, все. Она поднимается, да? А нахуя нам, чтобы она поднималась? Ну, какой-то смысл уже в этом должен быть. Мы должны уже понять, так, кого она поднимает? Следовательно, чтобы потом мы типа пропрыгали туда, наверное, что ли, в этом Эдейкерс. Бля, может я раз за разом должен эти пробежки делать, чтобы много раз, например, нажимать одно и то же? Не может быть такого. Ну, не может быть такого. Ну, вот смотрите, вот, блядь, внимательно, еще раз внимательно. То есть мы здесь плакали. Вот мы оказались и здесь. Вот у нас вот этот вот саркофаг ебучий, который вот будет подниматься он сейчас, да?
И после первой промежки, кого он уже поднимается, следовательно, в тот момент нужно будет что-то делать, да? Мне на этот час пора добиться, чтобы понять. Вот, и снова мы от Дахуки бежим, получается, под музыку. Ну, блин, сегодня выходной. Блин, не бывает, я боюсь говорить выходной, блин. Вы... Типа, надо говорить не выходной, а крайний. Ну, я типа... Такой чек, как это правильно сказать? Суеверный. Ну, типа, вот ты, короче, не работаешь нихуя, да? Проебываешься, стримами занимаешься, а потом говоришь, у меня выходной. От стримов, и вселенная берет тебя и нахуй ебет в жопу за это, и устраивает на работу, на какую-нибудь, притом на ебаную работу, типа просто. Надо так... Да я шучу, если что. Но надо такие вещи просто. Надо говорить, у меня... Не выходной, а проебный, что-нибудь такое. Не выходной, а наоборот рабочий от стримов. Так, братцы, быстренько шкипу производим, все, бежим. Блять. О, все, скипу. Все, yes, бежим туда. Просто скажи, что игру хуйня, это оказывается продолжать. Мы тебя не осудим за это. Ну, блин, все, кто меня могли осудить, уже, я думаю, ушли давно. Да не, охота пройти просто прикол. Может, я их все пройду. Но мы можем посмотреть на самом деле наглядно, как игры становятся хуйней к сиквелу. Ну, вообще, всю историю принца можем узнать. Что думаете? Какой стикер? Отгу! Блин, брали отгу, я брал. Че еще, братцы, все, пизда. О, я, блядь, все. Не, нормально, мы можем еще. Боже. Немножко нужно было в башонку ударить, Yes. Ну, бля, нормально, песок есть. Но там, на самом деле, до конца еще дохуя осталось. Было ощущение, что это возможно пройти будет, но... Только один гон... Петро Досиус. Один гон с этим мусором вышел богоподобно, игра Петька 5. Снова бежим. Бля. Не бежим, все, пизда, из-за управления не можем бежать, к сожалению. Жаль. Блять, ебаная вонючка, да сколько можно меня мучить, ты, господи. Так, вот здесь мы тоже что-то выдернули. И опять спустились в хаб, типа. И здесь сейчас поднимается саркофаг, и чё? Надо все пробежки сделать и пустить колонны, чтобы поднялся саркофаг, потом залезть наверх и прыгнуть в чак. А я пойму, типа, в разные стороны мы просто бежим. Я думаю, что здесь одна сторона, Mind Vortex, sorry. Ну, просто непонятно. И сейчас мы, типа, в другую сторону бежим. Видите, мне здесь подсветили, и... Да, а пришли мы отсюда. Я просто не понимаю, камера делает пролет, а куда она делает пролет, я... Кролет. А куда она делает пролет, я, честно говоря, хуй пойму. Ну, наверное... Вот туда-ка мы сейчас бежим. Блять, я не могу туда пройти. Блин, все еще так невероятно гнусно, отталкивающе, мыльно. Ну вот как в этой маловарне понять, куда дальше бежать? Ну вот эту хуйню мы потянули, допустим. Она же больше не будет... То есть вот чё? Потянули. Игрушки бежать-то каждый раз будет по одной и той же лестнице. А, по одной и той... Там что-то перестроилось. И то есть мы... Вот здесь, что ли? Ну, может, я поэтому и сошел с ума, когда играл. Я не понимал, что мне нужно бежать в одну и ту же сторону много раз. Просто для меня здесь я немножко иногда, потому что не очень интересно следить за игрой, я типа отвлекаюсь, а потом смотрю, о, вроде та же самая текстура. Еще есть порох в порохавчицах и песок в чекачицах. Блин, на самом деле, я посмотрел, я... Короче, прохождение охуенно рвать из того, без шуток. Блин, жалко, что этот жанр немного умирает. Блин, это реально пиздатые прохождения описывать, это реально, блин, можно считать игровой журналистикой. Вот сюда мы сейчас бежим, или, блин, что-то перестроилось. Типа вот эти вот красивые текстовые. Ну я охуел, кстати, с того, что ты кидал по Максу Пейну. Я, блин, его реально читал. Но я не все не читал, помотал, блин, даже не ощущалось кринжовый, чувак реально прикольно писал. Типа он прям старался писать. Кузница молодых писателей, между прочим, ну то есть ноль кринжа. Ну мне показалось. Интересная рецензия. Давай, пацаны, не задоджили хуй. Хотя, стоп. Нет смысла проматывать. Так, ну давайте, ладно, хорошо. А, все, уже пизда. Но, стоп. Реальность этой? Все, все, паркуру наваливаем. Изи, бля. Прикольно, что он, я уже говорил, в Т-позе продолжает стоять. Но я не успею, наверное. Бля, как же я ненавижу контроль в этой игре, блядь. Все, все, пацаны, все, пизда, смерть. Не-не-не, я думаю, поезд столько времени в середине сил, чтобы топчить просто.
Я весь ток свой потратил. Так, все, короче, давайте, чуваки, сейчас точно проходим. Блин, вот если бы я бы сразу же понял, я так и не понимаю, почему мы, кстати, в разном направлении бежим, но все это понимают, да, то есть я бегу вроде бы в одно место, оказываюсь каждый раз в разных местах, ну это там из-за парадоксы, может быть, да, временной, такая хуйнюшка. Ну, че, просто я все равно по этой лестнице поднимаюсь и каждый раз бегу в другую сторону. Это новая игра, да, относительно. Это хорошо забытая старая игра. Ну ладно, 20 лет, но раз она в 3D, то получается новая. Ну мы же так обычно отсчитываем. 20 лет не срок, а жизненный урок. Это факт, это факты. Так, все, братцы, на фу фокусировочек идет паркур. Бля, я немножко даже вкатываюсь в паркур, если пробираешься сквозь это ебаное, обдристанное, конченое, ебаное, вонючее управление. Ну типа просто принимаешь правила игры с прокрутами камеры, блядь, с ревертированной камерой не вовремя. И так может быть даже какое-то специфическое удовольствие, знаете, как... можно получить. Ну, типа, как там кто-то, кому-то нравится. Ну да, ну да. Ну, типа там. Я шучу. Ладно, не хочу никакие гадости говорить. Ладно, хотел сказать вначале мастурбация у ретро, а потом хотел сказать капрофилия, но я подумал, что это будет чересчур. Да это шутка, если что. Нормально здесь. Так, доджим хуй. Все, иди. А, и это еще не все, да? А вот извольте-ка посмотреть на этот остров, остров, где все у нас есть. И мыльная текстура, и сраная текстура, и ноль контента, и бэктрекинг, и такой покемон, и сякой покемон. И одна катсцена. Чеше. Ну все, пизда. А у нас Песок закончился, да? Я не понимаю, куда дальше. Блять, че? А. Блять, все, пизда. Рокеры в чате наличествуют сейчас. Рокеры съебались из чата, все. Любите рок. Блин, на роке можно прикольные, кстати, мутить прикольные иксы. Я видел, была, короче, Лэйди такая, которая раньше делала игровые стримы, а потом как та девчонка, которая с большой грузи была такая, просто молчала, типа какая-то вичхаус девчонка, но она разную музыку слушала, не только хуйню, по-моему. Вот, и появилась новая девчонка, короче, она просто типа молчит, она такая в латексе, как-то, я не знаю, как это, ну не в латексе, типа в этих шмотках, как это назвать. Ну, короче, то, что представляют, когда говорят рок-квин, да, вот этих вот байкерских фит. Говна! Бля, нормальные иксы делают, рокером хуй. Ну на все годы. Нет, не один, один. Да я не называю, да нет. Нормальный контент, блин, нормальный контент денежный. Но она просто, типа, у меня такая тоже грудь большая. Она, типа, в таких шмотках, типа, байкерских. Ну и там все вот эти вот треки, там, ZZ Tops, блядь, все вот это вот. Ну весь вот этот вот рок, короче, который вы любите. Ну короче, скуфич рок. Бля, ебать там реально. Эй, детка, хочешь столько... тебя лизнет в шоколадный глаз? Осталось, ну да, Нелли. Ну, может, видели, ой, просто до этого, я помню, она играми занималась. Бля, насколько же игры хуйня и насколько же рок круто, да? Слушайте, ребята, я отвлекся, мы нажали, да, что-то произошло. Что-то произошло, я уверен. Ну, может быть, саркофага поднялась еще выше, да? Если так мысль саркофага поднялась, мы сейчас опять бежим в то же самое место, да, так мне сказали в чате. И оказываемся в другом месте. Пух, дизайн, который... сводил с ума, блин, 20 лет назад. Здорово, порносоводик. Дизайн, который просто разъебывает. Ну что, мы реально сейчас в третьем месте окажемся? Блин, прикольно. Реально здесь? Ну типа, то есть мы три раза повторяем одно и то же. Ну вот, бля, ну. Все, пизда, свет, все, пизда. Там завалило, типа... Не, мне похуй, что цены поднялись, меня бесит, что не докладывают ни во что. Цены поднялись, надо больше работать, а как вы хотите, блин? Бонфляция это называется. Ну, типа, меня бесит, что не доливают. Хуй с ним, что цены поднялись, да? Это полезно для связок? Ну, для связок, не знаешь, ты можешь, кстати, стать рок-стримером, давай реакт запишем на блок-метал от гитариста кино. Не, ну я, это надо быть красивым, чтобы такое делать. Ну ладно, были такие стримы, помните? Ну, интересные стримы, странные. Ну вы по-любому их видели, там у всех было в рекомендациях. Вначале была, короче, вичкала девчонка с большой грудью, она просто сидела, типа, у нее была большая грудь, и она такая... Ну, типа, она такая больше была, да, таком, в каких-то татуировках, на каком-то трансе, типа, не на роке. Я что-то сделал, да? Чё мне 2090? Ну потом это место нужно будет то же самое делать в прошлом. Ладно, окей, там саркофага поднялась, наверное, чекпоинт есть. Я даже не понимаю, короче, сорян, чуваки. Я даже не понимаю, как прогрессия в этой игре устроена. То есть она настолько в своем дизайне сырая местами, или я опять не прав, или мы про это не говорим. Ладно, давайте новое место искать, где мы еще не бегали. Повторяем то же самое еще раз.
Ну, я курил, и потом опять начал курить мой хард. Я курил 13 лет, потом у меня были проблемы со связками, мне делали операцию из-за того, что я, типа, стримлю пизжу дохуя. Мне врач сказал, что тебе нельзя курить. Я не курил полтора года за 13 лет. Давайте заново, песок просто весь проебали. Ладно, посмотрим, может, там какие-то есть вазоны. Потом через полтора года опять начал курить. Сейчас у меня снова проблемы со связками, снова растет полип, и мне снова запретили курить. И вот я не курю месяц. Планирую больше не курить никогда. Вот. Но курить хочется постоянно. Зато мы поняли, что Борг хуйня. Ну, блин, кстати, Дайстер, возможно, тоже хуйня. Блин, я понял, что я не понимаю в дизайне дорогих вещей. Нихуя. Типа, я бы, если был бы богатым, я бы хотел у тебя какой-нибудь дизайн такой. Блядь, ну что-нибудь такое в духе такой роскоши, типа космической, знаете, стилизованной, каких-то космооперах, но чтобы это выглядело, типа, прикольно. Ну вот как, не знаю, с чем сравнить. Как какое-нибудь, короче, космическое арт-деко. Вот такие вещи я хочу, если я богатый. А не всякую хуйню, типа, Дайсона, блядь, уродскую, пиздец. Похожую на мастурбатор. Так, брат, значит, сюда мы не идем, туда мы не идем, к нам тогда можем пойти. Где-то поворот проебинили, да? Блядь. Ну что, пацаны, вы здесь что я не понимаю? Ну мы здесь уже... А я не знаю, куда дальше, все, это пизда. Ну, видимо, там где-то должен был быть поворот, да? Ну мы же эту ебаторию... Или там просто чекпоинта нет? Бля, если там просто чекпоинта нет? Не может такого быть, да? Ну, Макс... Ну, к врачам можно не ходить, но... Курение привычка очень хорошая, если уж мог... А! А, так это самый на отшавы, что ли, все проходить, потому что чекпоинта нет. Или все уже? Ой, бать. Вот это сюда, так я чую, эту не увидел просто штуку. Блин, мощно выдавили. Они бухать и обжираться запретят. Ну, смотри, какие врачи, блин. Но я когда с Горовым лежал, уже рассказывал, там много чуваков, у которых такие большие проблемы из-за курения. Ну, типа там, у кого-то предраковое состояние, у кого-то опухоли уже удаляют. И все они преимущественно курят. Ну, типа, реально, может быть, курение вредно, просто имейте это в виду. Ну, если вы много курите, ну, типа, хуёвая привычка такая, вредноватая. Ну, вы, типа, там долго можете не знать еще, что у вас там в горле, типа, потому что такие приколы, что... Не всегда, короче, это невероятно. Да ладно, но курить-то прикольно все равно. Ну, это как вот сами решаете, блин. Может, поэтому это и сделал специально, то есть вселенная сделала вредным, потому что, типа, курят крутые люди, ну, типа, они готовы к тому, типа, там, ковбои, частные, да, детективы, да... Вот. Должно быть, короче, слишком это элитарно и прикольно, ну как правильно выразиться? Должно быть это вредно, чтобы был какой-то элемент остроты, правильно? Потому что если бы курить полезно было бы, блин, то все бы курили, правильно? Когда ты куришь, невзирая ни на что, чтобы быть крутым, это заслуживает уважения. Так что, я могу просто рассосаться, блин? Главное, себя ограничить в курении. Ну, нет, на самом деле, все такие базовые советы. Мотивация, говоришь, да? Есть мотивация, не куришь. Нет мотивации, да и похуй. Курить это кал для долбоебов. Вон ты чужие, блин, знаешь, что для долбоебов, нахуй? Что тебе нравится, я просто не знаю. Для долбоебов, блядь. Ну, блин, я не знаю, что тебе нравится, мы мало знакомы. Не, курить, я думаю, что это очень круто. Давайте проголосуем, ребята. Я думаю, что курить это круто. Ну, типа, блин, ты с сигаретой идешь, типа, все на тебя засматриваются, типа, все, вот, о, крутой чел, он, наверное, частный сыщик. Типа, он, наверное, что-то расследует в крутом плаще, типа, выпускаешь клубы дыма. Хуёво это одноразки сосать, вонючкерские, да? Ну, ничего, я говорю, сейчас Мионов вернется, он порядок наведет здесь на гражданке. Ну, ну, без рофов реально что-то, походу, въебут, наконец-таки. Соски, ну, бля, я считаю, соски надо ограничивать, это не норма, нихуя. Не ограничивать, просто дорогими делать. Next. Бесконтрольно слишком. Чаще, братцы. Идет бой сейчас у нас, бой здесь идет у нас. Курение для лохов, стримы для пацанов. Да знаешь ты, ну Геншин, нет, Геншин, я что-то забыл. Ну, ходить хуйня. У него, наверное, рука фаряет, и вокруг утром слизь всех шерей, таких уважает. Ну, кстати, я никогда не кашляю, когда курил, но без шуток прокуриваю. Чё говорить, у всех по-разному, кому-то не нравится, не впирает курить. Это нормально, блин? Это как с наркотиками. Да я шучу, если что, либо с алкоголем. Каждому свое, да, ребята? Мне очень нравилось курить с детства, мы с отцом как-то, ну, то есть для меня это такая хуйня. Короче, блядь, я не могу их убить, я могу просто скипнуть, я не понимаю, почему они стали сильнее. Ну...
Ну, во-первых, я постоянно с батей, когда мы вместе смотрели телек, то есть он постоянно курил. И для меня это какая-то, видимо, часть какой-то хуйни, которая на подкорке у меня. Ну, типа, было бы странно, если бы я не начал курить. А почему они типа бессмертные? Что за хуйня? Пацаны? Что, бессмертные стали? Все, пизда здесь. Так а почему они бессмертными-то стали? Есть эксперты? Чуваки? Это софт-ок, все, пизда, блядь. Может, это реально про то, про что говорил солист? Почему у тебя от меча осталось, блядь, почему у тебя от меча осталось половина, реально? Все, я меч разъебал, пацаны, все, это смерть. Но у меня сломанный меч, да. Да как я в этой великолепной игре пройду дальше, если я не могу из боя выйти? Ну типа, блядь, ну типа это еще...